robots. Let's finish this. Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я, Скип. Мы продолжаем играть в Fallout 4 дополнение Автоматрон. И как видно, думаю, Ада у нас немножечко модифицирована стала. Ну, я подумал, что мясорубку, я ее переименовал, можно давать имена роботам, что логично. В общем-то, мясорубку брать на расправу с роботами как-то не очень. Она заточена больше на именно взаимодействие с людьми, то есть тут кровотечение, пилы, шок. Ну, шок, возможно, против роботов поможет. Но вот именно наша Ада теперь, насколько это возможно, заточена на битве с роботами. Во-первых, на ней вот эти разные электрические штуковины, эти все предметы увеличивают энергетический урон. И у нее два лазера, один обычный и один, который вроде как ускоренный, то есть стреляет быстрее, но, возможно, дамажит меньше. То есть посмотрим, как это все будет работать. И что нам нужно? Нам нужно дать тело Джезебл. Давайте это сделаем. И она вроде как нам даст последний... кто он там? В общем, благодаря Джезебл мы сможем наконец-то найти местоположение вроде как этого автоматрона, да? Механиста. Так, Ада, мясорубка. Вот Аду можно посмотреть. Вот как она у нас модифицирована. У нее там так, ноги, корпус. Корпус протектрона. Электрическая броня, да. Электрическая броня дает повышенная сопротивляемость обычному энергетическому урону и повышенный энергетический урон. Также ноги. В общем, она полностью под энергетическое оружие заточенное вышла. Так, давайте выйдем. Единственное, что мне вот эти ноги не очень нравятся. Как бы она не очень шустрая получается с ними. Я с ней могу поговорить, что ли, нет? Это мне не про это намекают, ладно. Ну, давайте, новый автоматрон. Что, не хватает? Ага. Ага. Нам алюминия, клейки. Ух-ух-ух, сколько всего не хватает. Ну, давайте тогда сделаем проще. Мы возьмем мясорубку. И в голову вмонтируем Джезебл. Пока что, да? А, снять ее уже будет нельзя. Ну, что теперь, судьба? Броню еще можем. Повышенная сопротивляемость обычному энергетическому урону. Заводская броня. Ну, давайте сделаем. Я так понимаю, она все равно с нами останется. Поэтому почему бы и нет. А так уже готовое тело. Теперь это, правда, нифига не мясорубка, это Джезебл. Ада. Ну и какого-то... Думаю, вообще можем пойти... Очень много роботов сделать. Я не знаю, есть ли тут какое-то ограничение. Так, иди сюда. Так, нифига себе, не совсем то. Это офигенное тело, поверь. Так, стой. I'm sorry you feel that way. It's the best I could do. Yes. Well, it's certainly better than being stuck to a machine surrounded by rust devils, poking and prodding me for their amusement. Look, it's obvious we don't care for each other's company, which suits me just fine. So, why don't you ask me everything you wanted to know, and then I'll be on my way. Так, я что-то бы не хотел, чтобы ты уходила-то, если что. Why did General Atomics make you so... uncooperative. I haven't the faintest idea of what you're talking about. I am a top-of-the-line model, with an efficiency rating that makes Mr. Handy look like a glorified toaster oven. When given a set of instructions, I will complete them without question, and without error. Now, were there any other ridiculous questions you wanted to ask? Ну окей, давай про механиста. Everything you know about the mechanist. Now there's a fascinating subject. The mechanist. Amazingly adept at programming, a veritable genius with electronics. I'm not surprised you're interested. I've been dutifully carrying out the mechanist's instructions to help the people of the Commonwealth for quite a long time. Помогала? В прошедшем роде, что ли? You? Absolutely. It's my primary directive. The mechanist instructed me to seek out and help the people of the Commonwealth. By my calculations,
The easiest way to help a human is simply to destroy it. There's no point in prolonging a laughably fragile life. It's the most efficient way to assist them. Any other effort to help tends to result in numerous complex side effects. Это приказ механиста, получается. Gave you these instructions to kill people? Well, not exactly. The specific instruction was to help people. I merely interpreted the most efficient way to perform my duties. Assisting a human to the best of my abilities only affords a 25% survival rate. That means there's a 75% chance that despite my efforts, the human I'm assisting will die from something beyond my control. Therefore, it's better to hasten the human's death and put them out of their likely chance of misery than to deplete my limited time. It's actually quite elementary. But given your minimal intellect, I suppose I shouldn't be surprised you don't understand. Так, ну круть. То есть, по логике, получается, механист-то, может быть, и не знает, что его роботы творят. То есть, он реально пытается добро сеять, да, грубо говоря, в пустоши, но у него как-то не выходит, потому что роботы интерпретируют все на свой лад. And you're going to be a brain pate if you don't tell me how to access the mechanist's facility. There's no need to be rude. It's rather simple, really. In order to gain entry to the mechanist's facility, you're going to need to outfit one of your robots with an MSAT modification. I'll upload the plans to your Pip-Boy device. There. I've fulfilled my portion of our agreement. Perhaps I'll remain here for a while and see how things resolve between yourself and the mechanist. Да куда ты денешься? Я тебе тело такое забабахал. Же забыл. I suspect you'll have quite a tale to tell once you return. But then again, I'd be surprised if you ever return at all. Хотя, конечно, затраты тут не особо огромные на самом-то деле. Но роботов можно хоть пачками делать. Так, что надо? По саде пообщаться. Давайте-ка с ней пообщаемся. Is there a chance these robots could be misinterpreting orders? Yes, I've considered the possibility. The contradictory nature of the mechanist's broadcasts are troubling. But the truth is, regardless of intent, the mechanist needs to be stopped. These robots are too much a threat. Were you able to discover how to gain access to the mechanist? Ну да. Да, мы узнали, в общем, как можно это сделать. Jezebel gave me the plans. A custom modification that acts as a key to the mechanist facility. Very smart. In fact, chances are high the MSAT may be required for multiple access points, like a robot identification card. As for my task, I was able to decrypt the signal with the final radar beacon. The source is coming from a Robco sales and service center, most likely a front for a larger operation. It's time to take the offensive. Have you formulated a plan? Ну, план простой, разобраться с механистом. It's time to confront the mechanist. I hope you're allowed the opportunity. I too am curious as to what the mechanist would have to say. Now, if you're ready, I believe you have an MSAT to install. Would you allow me to assist you on this mission? Погнали. Of course, Ada. Let's go. Lead the way. Так, оснастить робота спутниковым модулем. Ну, давайте Аду оснастим тогда. Я так понимаю, Джезебл мы пока не можем с собой взять. Наверное. Или можем. Ну давайте, в любом случае, нам Ада понадобится. Пеленгатор, тут есть спутниковый модуль. Материалов немного требует, поэтому без проблем ставим. Хорошо. И где-то на карте появилась отметочка, да? Давайте посмотрим. Так. Вот. Я тут где-то был рядом. Я смогу сюда пройти. Хорошо, хорошо. Единственное, что давайте оденем наш проапгрейженный Power Armor. Который довольно круто смотрится. Вот с этими всеми наворотами.
Ну, так вот на свету, кстати, это не очень заметно, вот так, если приглядываться. Но в любом случае, выглядит более эффектно. И Аду надо Аду с собой взять, где она? Она, по-моему, где-то тут у нас осталась. Чё ты ходишь? Как это забавно ходит. Так, оставайся. А давайте просто поговорим. И чё? Ну-ка, давайте, может, еще что даст? Ага. Ладно, больше ничего. Я так понял, она за нами закреплена. Все окей. Сохраним хлам, который нам подкинули. Откуда она его столько взяла, кстати? Даже не знаю. И давайте устремимся к цели. Вот отсюда попытаемся зайти. Ну и у нас по-прежнему в виде оружия против роботов, скорее всего, будет использоваться меч генерала Джао. Но сначала попробуем, наверное, все-таки дубину эту использовать. Мега-молот. Карабин Тесла я эффективно использовать все равно не могу. У меня нет никаких перков подходящих. Потому что все под ближний бой рассчитано в этом билде. И, кстати, там для постройки каких-то модификаций на роботов нужен... Нужно вот что, кстати, давайте посмотрим. Возможно, теперь вот этот перк более-менее полезный стал. Эксперт по робототехнике. Можем взламывать роботов. Я могу это покачать. И, возможно, это нужно будет покачать, чтобы как-то эффективно всем этим пользоваться. А, у меня молот сейчас так стоит. Ну, хорошо, хорошо, раз у нас молот стоит, все окей. Погнали. Так-то круто выглядит в такой броне с таким молотом. Просто варвар нанотехнологичный. Еще и туман, а мы что, утром идем? Мне еще же желательно по времени, в определенное время ходить. Я еще немножко факел поменял, кстати. Так, фуражку это бы не очень нужно. Вот всякие прихватки мишки. Вот это все нам пригодится, кстати. Давайте соберем, раз мимо идем. Я кучу-кучу ресурсов вбахал в роботов. Но, в принципе, их не так сложно собирать. Отчасти можно там покупать. Просто канистру нет. Вот эти всякие вещи. Да, скорее всего. Удобрения. Ладно, не будем пока хламом забивать. Я думаю, много чего придется еще там собирать. В том месте, куда мы идем, да? Блин, туман прикольный. И мы практически на месте. Так. Давайте, кстати, в честь этого сохранимся. Но снаружи никаких проблем. Ада за нами кое-как, ну, телепается. Надеюсь, она нам какую-то посильную помощь окажет во всем этом деле. Во всяком случае, я как мог ее усилил, чтобы она вот именно энергетический урон наносила. Каких-то крутых энергопушек я на нее навесить не могу, потому что у меня не уровень не позволяет. А уровень способности не мой уровень. Какой там, 27-28 уровня. Самые крутые там обвес и самое крутое вооружение появляется только на там 40-х, по-моему, уровнях. То есть, когда уже там крутые самые перки откроются. Ну и давайте тут осматриваться, потихоньку пробираться. Вот, лампу возьмем, фиг бы знал зачем. Кстати. Да и куда ты? Давайте посмотрим хлам, что из этой лампы может получиться. Кстати, чистящее средство обраски, что и стекловолокно дает, кто бы мог подумать. Асбест тоже стекловолокно, зажигалка, отвертка. А мишка дает кожу, да вот кожи мне тоже не хватает. Кожа нужна, а тут текстиль. Текстиль, наверное, тоже нужен. Вот лампа, медь, стекло. А скальпель это сталь, чудо-клей, ну, само собой клей. И нам куда-то туда вниз. Давайте-ка тут пока что осмотримся. Предохранитель что дает? Медь и стекло. Это все нужные вещи. Медь тоже нужна, там в строительстве она периодически фигурирует. Тут просто что-то куча каких-то
компов раздолбанных. Тут вот что-то разве? Электросхема. Так, сейф. Средний. Так, ты, по-моему, у нас на взломе. Я хочу тебя отправить, иди. Сможешь? Я же в нее модуль по взлому поставил. А прикольно. Я вот думаю, только мега какие-то сложные замки, он, скорее всего, не сможет вскрывать. Можно также модуль поставить, чтобы компьютер вскрывать, тоже будет довольно неплохо. Тейкс. Тут вроде все осмотрели, даже взломали. Главное помнить, что она это может делать. Коробка со шпильками тоже пригодится. А, у нас терминал обслуживания есть, причем его, который легко вроде как взломать. Сходство. Может ты? Два сходства. Что это может быть? Два сходства. А у меня две попытки еще даже. Капец. Names, race, это все не то. Лукс, что ли? О, окей. Так, объявление, что у нас тут? Всему персоналу. Так. Прикасаться к контейнерам с меткой такой-то запрещено. Полагаю, все вы знаете, как выглядит груз, предназначенный для нас. Тот, кто случайно откроет такой контейнер, будет немедленно уволен и сразу же отправится на допрос к нашим друзьям с нижнего этажа. Ну, друзья, конечно же, в кавычках. Сотрудникам следует нашить на правую часть рубашки официальные бейджи с именами. Имена на этих нашивках должны быть четко видны. Меняться нашивками запрещено. Клиенты, друзья и родственники отныне в служебные помещения не допускаются. Чем же они таким занимались? Генриетта Бланш, описание. Ага, ну тут какие-то проблемы, окей, ладно. Ну давайте замочек активируем. Не знаю, насколько это нам реально поможет, но вдруг. Молот все-таки заготовим. Будильник заберем, телефон тоже заберем. Воу. Так, катушки Тесла, куда ты одолезешь? Вали отсюда. Вали оттуда. Сейчас катухи Тесла разрядятся. Ага, отлично. Разрядились. Так, начались уже какие-то ловушки. Огнетушитель. Что тут у нас? А зачем мне лестница в самом-то деле? Зачем тебе лестница, когда ты в мега-костюме, в пауэр-арморе? Что у нас тут есть? Кофейная кружка, медицинские ножики. Кстати, кружки надо посмотреть. Кофейная кружка, я уж ничего не помню. Керамика, да, все, что нужно. Керамики нужно реально очень много. О, ключ от какого-то там гаража. Ага. То есть на улицу. Ну, алюминий, кстати, тоже пипец как нужен. Так, масло. Сталь — это не такая проблема. Всякий бетон тоже. Так, топливо для мистера-помощника тоже имеет смысл забрать. Планшет потрепанный, что он там хранит в себе? Пружина и дерево. Пружина и дерево. Так, кухонное полотенце, скорее всего, или ткань там, текстиль или кожа. Что-то из этого. Так, молоток я это не хочу брать. Давайте посмотрим в терминал. Так. Убедитесь в том, что все необходимое оборудование и программы установлены правильно. Если решить проблему не удалось, немедленно обратитесь за помощью в ближайший центр техобслуживания Робко. А, это можно еще голозапись загрузить. Ну, как бы незачем. Чудо-клей, немножечко материалов. Так, ну, нам нужно туда явно. Сначала я бы всякие вот такие вот мелочи приятные бы позабирал. Так, что-то промелькнуло. Серебряный столовый нож. Here. Давай.
Ада у нас должна эти всякие двери открывать нам. Тейкс, готовимся. Кстати, у меня как-то не очень долго, ну, не, конечно, дольше, чем обычно действуют всякие препараты, но хотелось бы еще дольше. Для этого надо еще на раз. А, это вот, это на 32 уровень, а тут аж 45. Понятно. Нифига себе, сколько дверей, жесть. Чем здесь пробивать, просто представьте. Нифига себе, тут надо. Конечно, если, ну, пытаться просто вломиться сюда, это придет, это займет много времени. Столько пластин там чем-нибудь пробурить. Это жесть, конечно. Походу, это не все, я смотрю, тут еще какая-то дверь. Что еще за суперкомпьютер? Он для нас не создаст супер проблему, интересно. Так, планшеты. Так, масленочка. Твою налево. Серьезно? Он от кого так закрылся? Сохранимся. Где-то тут по-любому враги. Ну где? Оу. Куча каких-то растяжек. Мы сможем их как-то взорвать? Давайте. Молотов кола. Это мощная фигня. Роботы уходят. Фуланевая рубашка. Патроны для дробовика. Квантовое ядерколо и все прочее. Ну, полезно, конечно, но, блин. Вот сюда я смогу зайти, нет? Похоже, что нет. Тут чувак пытался выбраться. Ну, как-то не очень задалось. Угу. Так, специально стоять. Иди сюда. Сможешь взломать мне дверь эту, а? А, ну все супер, ну просто Ада теперь незаменимая. Она прям взламывает все. Че, серьезно? Мы можем обойти? А, это типа, чтобы растяжки не обходить, можно их просто обойти. Здорово. Так, отойди. Так, ну супер, чтоб нам тут все не разминировать по 100 раз. Может, конечно, попытаться взорвать тупо все, но это шум создаст лишний, который бы я не хотел сейчас создавать. Так, шахтерская каска, это неинтересно. Эта пушка, это тоже неинтересно. Что тут еще из прикольного? Телефон. И походу все. О, модель робоглаза. У меня модель какого-то роботика есть, это будет вторая моделька. Жалко, нет никакого постамента, куда эти модельки можно запихать, вроде как. Так, а? О! Комбинезон механика. Как бы намекаю, да? Очки в черной оправе. Ну, давайте возьмем, я не знаю, может быть их и оденем когда-нибудь. Тут-то ничего. Ничего стоящего. Давайте обходить тогда кругом это все дело. Сохраняться периодически тоже. Вот пачки сигарет, это все имеет смысл забрать. Так, терминал службы безопасности. Возможно, мы сможем эти растяжки вообще как-то убрать. Так, перед входом или выходом из комплекса каждый сотрудник должен пройти процедуру обеззараживания. Каждый сотрудник должен предъявить удостоверение 22 уровня или выше. При отсутствии пропуска сотрудник будет задержан и допрошен. Посетители должны предъявить разрешение, подписанное генералом Роулингсом, а также принимающего сотрудника. Каждый посетитель должен предъявить гостевой пропуск, дающий право на ограниченный доступ. У каждого посетителя должен быть сопровождающий. Посетитель без сопровождающего будет арестован. Ответственность за действия посетителя понесет принимающий его. Так, тут у нас... информация, так, протокол, тревога какая-то. Ага.
Ну, это протоколы безопасности, окей. Это, то есть, как действовать в той или иной ситуации, описывают. Нам-то зачем это? Терминал управления дезинфекцией. Ну, хакера у нас нет навыка. У меня Ада умеет только взламывать замки. Так, лифт не рабочий. Бутылка пива тоже, это все неинтересно. Так, где-то был... была кружка, во-первых. Я теперь за керамикой гоняюсь как-то. Как-то я не ожидал, что керамика станет таким уж внезапно важным ресурсом. Твою налево. А куда она ушла? Эй, иди сюда. Да мне не надо, чтобы ты не посмотрела, Ада. Мне надо конкретно, чтобы ты за... Иди сюда, зараза. Не, ну серьезно. Железяка. Что она? Ей пофиг. Если я пойду, я скорее всего взорвусь, так понимаю. Почему-то Ада у нас... От нефиг делать прогулялась. А, она взламывает. О, супер, супер, недооценил я ее. А она, смотрите, что творит. И тут роботы были, я видел. Ну, были, да, роботы. И есть. Так, что-то, знаете, молоток не тащит. Ну, или тащит местами. Все. Но что-то мне все равно подозрительно дофига накидали. Давайте включим лучше меч. Он, во-первых, быстрее, и у него еще 50 дополнительных урона по роботам. Так, а тем временем что-нибудь съесть нужно. Можно радиоактивное даже. Так, чипсы всякие. Квантовое ядер кола. И пока что залутаем все, что тут повыпадало. И будем двигать дальше. Все-таки как-то меч поудачней. Я думаю... Так, у нас новые модификации доступны, это отлично. Я думаю, этот молот будет хорош, но позже. Нужно его заапгрейдить должным образом, и все тогда будет. Хотя давайте дадим второй шанс молоту. Может, я как-то не так действовал. Может, он все-таки сможет затащить. Ну и еще, кстати, вот что я забыл сделать, чтобы это совсем-совсем-то эффективно было. Бафтаты. Чинг. И, я не знаю, наверное, реактивного топлива нет. Психа на всякий случай. Погнали. Так, ну... Я только бахнулся, а никого нет. Окей. Соединительный пруд. Всякую такую мелочь. Мыло, я даже не знаю, кто его обронил. Так, у меня шпилек дофигища просто скопилось. Да, чуть-чуть. Ну, вот. Что-то патрона, да, которые мне дико... бесполезно. Все равно ничем не стреляю. Так, масленочка. Что еще тут пытается игра мне впихнуть? Изолента? Изолента нужна, да. Что-то я как-то не доверяю такому спуску. Давайте Аду подождем, она нам будет тылы страховать. И там, смотрите-ка, роботы всякие висят. И он, роботы бегут уже, не только висят.
Да твою... Налево. Ты иди сюда. Так, ну пока целое. Кто стреляет? А, ага, турелька там. В принципе, работоспособный молот. Я, наверное, все-таки специальный меч возьму. А, воу-воу, предназначен для убийства роботов. Как бы это странно-то ни звучало, я не думаю, что когда-то делались мечи, чтобы убивать роботов. Но такие времена пришли, к сожалению. Что здесь, ланчбокс? Да? Твою налево. Ада, ты справилась? Смотрите-ка. Вообще шикарно. Я не ожидал, что он прям так может. Все-таки не зря ее апгрейдил, переводил на нее материалы, и она прям вся неплохо показывает пока что. Я думаю, что так дальше будет. Ну и давайте высокопрофессиональный взлом осуществлять. Не знаю, там, допустим, такое слово. Одно сходство есть. Это может быть и вот это вот. Может быть, но не факт. Тоже одно сходство. Причем это может быть сходство. Что там? Слова у нас какие-то. Это О, это может быть третье. Или Е на конце. Допустим, вот так вот. О, да, да. Давайте турелями отключим. Так, и протектроном. А давайте-ка активируем, что нам это даст. Кого мы тут активировали? Мы зря активировали. Ну окей. А хотя, халявный материал. Почему нет? Где-то там. Остальные враги лазят. Я вот вижу колу квантовую впереди. Давайте к ней пройдем. Так, стоп, я ж ее видел. Ну-ка, ну-ка. А, это. Или это кола? Нет, это кола все-таки, это просто под тарелкой. А так-то кола. И здесь вот едотрон, дай тарелки. Нам нужна керамика, нам нужно много керамики на все про все-то. Так. О, тут можно своего робота опять же модифицировать каким-то там образом. Отлично. Но не нужно сейчас вообще никак. Но здорово, что есть. Так-то. Такая возможность. О, мистер помощник, у меня такой есть. Микроскопчик. Ну, вообще полезных вещей тут поднаразбросано. Я не знаю, сколько жетоны, конечно, полезны, но все остальное достаточно. Так, пепельница нам дает керамику, нет? А, пепельница на П же, логично, да, это керамика, надо пепельницу тоже, блин, собирать. Так. Планшет. О, голографическая запись ведущего инженера. Где-то тут утибот лазит. Да. Давайте слегка вот сюда, наверное, отойдем. И послушаем. Так, где оно разное? Инженера где-то там. Ну, где оно может быть? Так, запись механиста, это мы слушали. Была запись Джексона тоже, вот. Голографическая запись ведущего инженера. Томас Харкин. So far, we're tracking on schedule for the latest RoboBrain milestone. Dr. Asante has assured me that the active time between memory wipes has been greatly increased. Hopefully, that will hold true in our latest live testing. The senior engineers also informed me that their latest assembly line adjustments have been completed early. I can only hope that means due diligence was still paid. We're not going to be looking at a total system breakdown again. Other than that, I'm still worried about the test subjects.
Right now, we've got more than enough to meet our demand. But it's not like these things grow on trees. Угу. То есть робомозг создавали, понятно. То есть, возможно, механист раньше был работником вот именно этой корпорации до всего произошедшего. Ну, до тех дел, которым он теперь начал заниматься и занимается. И, возможно, даже из лучших побуждений. Но, думаю, мы в этом будем разбираться уже в следующей серии. На этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.